Одна из самых крупных медицинских компаний страны отмечает день рождения в Самаре. 10 лет исполняется независимой лаборатории инвитро. В честь юбилея для пациентов приготовили большой сюрприз – розыгрыш 20 подарочных сертификатов на медуслуги и 10 путевок в санаторий. Мы, как диагностическая компания, считаем, что чем раньше мы предупредили какие-то заболевания, проблемы со здоровьем, тем выше шанс остаться здоровым. А лучше проводить профилактику, заниматься спортом, бывать на свежем воздухе. В апреле клиентам инвитро раздали свыше 1500 купонов на право участвовать в лотерее. Попытать счастье в розыгрыше пришли более 100 самарцев. Мероприятие очень хорошее, очень интересное, веселое, позитивное такое, что здесь были заинтересованы не только взрослые, но еще и дети. Мне очень понравилось и у них и обслуживание, и то, что, в общем-то, они меня отблагодарили за то, что я воспользовалась их услугами. Мне очень приятно, конечно, за это все. Множество подарков и развлекательная программа не оставили самарцев равнодушными. Слова благодарности от участников акции не смолкали. Клинику я знаю давно, а вот конкретно анализы делала, вот буквально доктор порекомендовал месяца два назад. То есть как бы более плотно столкнулась. Замечательный персонал там. Впереди еще несколько юбилейных акций и мероприятий. Поэтому все предложения и отзывы компания «Инвитро» берет на вооружение, чтобы обеспечить своим клиентам максимальный комфорт. Это позволяет нам каждый день делать нашу компанию лучше. Уже сегодня в Самарской области мы работаем без выходных и без праздников. Мы открываем первый медицинский офис уже в 6:30 утра. У наших пациентов есть возможность получить результаты анализов уже через 2 часа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.